знаешь. Майонез. Всем привет. Если вы хотите узнать, как делается в домашних условиях вот такой вот майонез, в котором стоит ложка, буквально в смысле стоит ложка. Майонез очень вкусный и без всяких химических добавок. Там у него яйцо, растительное масло, потом горчица, соль, сахар, вода, ну и уксус или лимонная кислота, кто что добавляет. Если вам интересен этот рецепт, смотрите дальше. Майонез по маминому рецепту. Просто, ингредиенты все простые, но вкусные. Получается густой, классный майонез. Смотрите. Короче, берем 2 желтка. Вот столько горчицы в чайной ложечке. Чайная ложка сахара. Чуть поменьше, ну вот так вот где-то. С небольшой горочки. И сейчас соль еще возьму. Так, соли, да, повторюсь, и соли. Вот так вот. Ну, для начала чуть-чуть больше получается ложечки, вот так, соли. Для этого нам понадобится миксер. И растительное масло. Масло бутылку берем, будет на пол-литра. Прокалываем дырочку небольшую, чтобы оно текло потихоньку, масло. Вот, прокололи дырочку вот так вот. И сначала начинаем взбивать. Когда майонез становится вот такой вот густой, добавляем чуть-чуть водички. Вода с уксусом. Короче, здесь вот получается где-то 150 грамм воды и 3 столовые ложки, 2 столовые ложки уксуса 9% столового. Сейчас маленько миксер передохнет, а то он у нас слабенький, нагревается сильно. Я все, на. Скучил. Вот с краев я уже собрал, можно вот так вот с краев аккуратно все собираем. И дальше продолжаем. Сейчас маленько со стеночек подберем. И получается вот такой вот густой майонез. Маленько можно, сейчас мы его маленько разбавим еще водичкой, чтобы пожиже был. Вот такой майонез у нас получился. Вкусно. Хочешь попробовать? Вкусно? Как магазинский, даже вкуснее. Домашний майонез. Простой рецепт. Правда, был бы миксер помощнее. Он, а то греется сильно, приходится остановки делать.
А так, вполне рабочий рецепт. Делайте, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы делаете майонез. До новых встреч!